Томми! Томми! Этот псих вернулся! Что случилось? Этот псих не хочет оставить кулак любви! Ты не убил его, и теперь он вернулся. Теперь, ребята, мы заслужили выпивку. Место просто в сотни ярдов от дороги. Лучше взять большую. Эй, Томми, поменяй каналы, дружище. Удивлюсь, если не заболит голова. Смотрите, что это. Эй, Томми, включи эту ленту. Кулак любви. Время загрязнять эфир закончено. Я давал вам шанс стать друзьями. Теперь я даю вам возможность умереть. Попробуйте остановиться, и лимузин взорвется с вами. Задницы. Томми, милый, спаси группу. Меня это утомило. Просто держи педаль. Нам надо найти бомбу. Мы не можем просто ездить весь день. Ох, мы много выпили. А бомба не может быть в двигателе? Нам надо остановить его. Мы все погибнем. Мне надо выпить. Эй, тут очередь. Это не комната выпивки. Убирайся. Эй, тут бутылка водки. Это не водка, это самогон. Ва, оно взорвется! Ва! Мне всегда говорили, что выпивка меня убьет. Я видел такое по телеку. Надо выдернуть один проводок. Какой проводок? Я не знаю. У меня нет взрывчатки. Вилли, скажи что-нибудь. Я сыграю басы в пипле. Томми, давай, едь быстрее. Кто-нибудь сделайте что-нибудь. Эй, умник! Кто-нибудь сделайте что-нибудь. Что это за ерунда? Я видел девочек. Ладно, парень, ты что-то делаешь. Слушай, друг, я играю на музыкальном инструменте, у меня нет бомбы, а Вилли может только сосать самогон. Я слышал, что вы хорошо это делаете. Эй, той ночью я был с моими девками. Просто дай Вилли соломки. Соломки? Это же тур «Кулак любви». Где мне взять соломки, понятно? Какая проволока? Томми, зеленая. Вот зеленая. Или это зеленая? Какая из них похожа на зеленую? О нет, смерть в картах, все кажется зеленым, и я должен выгрузить вас. Капиталист, я тащу тебя годами, заткнись. Большая визжащая девка, да, заткнись и тяни проволоку, которую, эту. Нет, мы не хотим взрываться. Томми, друг хороший, мы можем найти телегу и поехать. Сделать ракету? Оскорбление? Кулак любви! Мы прикончили ту бутылку? Наш храм рока. Почувствуй ярость кулака любви. Прислушайся к себе. Это лента из папье-маше. Эй, это храм, и мы жрецы. Так, если детишкам нравится из жрецы, кто я, чтобы спорить? О боже, ленту заживала снова. На таком уровне мы никогда не сыграем. О, черт, мои кишки. Нам надо разобраться с этим. Спасибо, Томми. Ясно, что я говорю. Хороший. Пока.